Всем привет, с вами Саня, и сегодня новый влог, и сегодня я буду учить Twice Set Me Free. И впервые я танцую не Зосану, кавер Twice и не Зосану, я буду Миной. Я очень нервничаю, потому что я никого не знаю из той команды. Еще моя проблема, я очень плохо запоминаю имена, и из-за этого мне всегда стыдно. Но мы начинаем! Закончилась день два. В этом зале я танцевала год назад. Это Катя. Все, наша вторая репетиция закончилась. Сегодня наконец-то первый прием после полгода. Мне сказали, что, возможно, мы зря не подождали, сделали операцию, удалили хорошие зубы. Я уже до конца вот так все не перескажу, что мне сказали, что буду делать. Но самое главное, что просто мне пересадят мои восьмерки вместо 6-7 зуба, поэтому хорошо, что я их не удалила, как мне сказали. Иначе бы я вообще осталась без зубов. Первая операция уже 26 сентября, через 12 дней. Я выяснила название команды «Наггетсы». Итак, жара вернулась на улице Москвы. Я вас как преступников собрала у стеночки. Я их наконец-то собрала! Она не всех, но не всех. 6 выживших есть, поэтому... Как тебя зовут? Меня зовут Екатерина. Можно просто Катя. Кто ты? Я знаю, кто, я не нашла себя еще. Я Лена, ты кто? А, я чемпион. Здравствуйте, кто? Я Вика, но танцую за Рэгу. Не дотягивайся! Передайте микрофон. Меня зовут Мида, потом я рентами, я танцую за Я их собрала, теперь вы знаете, кто это. Тут еще не хватает 3 человек, но мы уже познакомились. Я зря их боялась. Как ты назовешь свой влог? Потом придумаю. Я хотела засветиться во влоге Златочки, наконец-то. Потому что я подписана на канал. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Ставим лайки, а здесь будет ссылочка, название на их команду, ссылочка в описании. А ты рекламе только меня на своем же канале. На рекламе себя на моем канале. У меня тоже есть канал, но я туда раз в год выкладываю. Вы люди простые. Три, четыре, три.
Богу, мы с тобой пойдем. Может, все-таки пустите? 18+. Хочется колу. Не очень сяду. Вот как держать меня вот так. Золото обязательно встань, это пожалуйста. Пересадки зуба. Так, уже прошло несколько часов. У меня только вот здесь все опухло, где вставили зуб. Здесь нормально. А, кстати, вот так вот не болит. Сейчас затронула, стало больно. Но по сравнению, как здесь болит, вот здесь вообще не болит. Да, следующая ступень, это потом еще брекеты. Мужу повезло, что он со мной сейчас не живет, и это делается не за его деньги, поэтому, дорогой, я старалась, я буду уже готова к нашей свадьбе. Блин, пошутила, посмеяться не могу, больно очень. Просто угадайте, что это? Это макароны. Знаете, тоже какая-то традиция в каждом блоге открывать посылку от Давида. Сейчас я иду за новой посылкой. В том блоге я открывала посылку, в этом блоге тоже. Я решила одеть маску, потому что я что-то очень страшненько выгляжу, чтобы не пугать людей. Но тут еще синяк растет. Погода сегодня шикарная, солнышко и тепло. Я уже привыкла, что холодно, но сегодня солнышко. Да, спасибо. Что-то большое. Мне интересно. Так, ну сейчас, наверное, я ставлю ставку на то, что там какая-нибудь кукла. Хотя я не уверена. Итак, распаковка от опухшего хомяка. Вот такая огромная коробка. Вот это грустная часть лица, это веселая. Ох, боже мой. Ой. Да, это, наверное, то, что... О! А Little Pony? Я немного открыла. О, боже мой. Какая красивая. О, мне ее хочется открыть. Офигеть. Да, я такая опухшая, красивая кукла рядом, просто... Ножки, очочки, руки ушли, ручки. Тут еще украшения. Смотрите, даже украшения есть. Ну, честно, мне даже страшно из коробки доставать. Хочется в коробке хранить. Есть еще вот такая обувь, боже мой, обувь какая клевая. О. О, в таком виде я ее должна была достать, но я достала по частям. Офигеть, у меня теперь есть кукла Твайлайт. Я похожа на Твайлайт? Я очень похожа на Твайлайт, да. Сейчас, я такая же кругленькая. Вот тут еще щечку добавить, вот. Вот такая я сегодня. Синяк. Мне кажется, он больше, чем был в прошлый раз после операции. Вот. Так, я иду сейчас на тренировку. На улице очень холодно. Уже прям настоящая осень, и вчера все шел снег. Ужас, ехать в час пик – это трэш. Это очень страшно. Вот этот человек, который нас мучает. А это я, который мучает. Я делаю на совершенство. Хорошо. Сегодня иду переделывать ноготочки. Сегодня третья отмененная репетиция, но я провела этот день достаточно полезно. Я разобрала шкафы с тканями и начала очень интересный проект. Вот там спойлер лежит. Но ничего не видно. Сейчас вместе с вами я начну делать свой костюм, потому что на следующей неделе мы уже будем записывать заявку, и у меня будет вот такой костюм. Мы взяли за основу костюмы с их концерта, вот эти джинсовые, я танцую за Мину. Поэтому я вдохновилась вот этим образом, но буду использовать только топ. И мы решили, что ни у кого не будет штанов, поэтому я сделала себе шорты-юбку и вот такие
я не знаю, как это называется, часть одежды, но в последнее время они очень популярны. Это как гетры, не гетры. Следить за тем, как быстро... Доктор! Итак, вы готовы? Та-дам! Я бы это назвала топ за 5 минут, но на самом деле уходит больше времени, но это выглядит именно так. Я пристроилась. Нас не видно, мы в темноте, но у меня есть зонтик. Я не мокну. Вот так выглядит сейчас шорты. Я их подколола и вот здесь еще немного ушью. Вот так было изначально. Вот так выглядит готовая юбочка. Тут оп, она и шортики. И вот так вот полностью выглядит костюм. Пока я делала все вот эти жемчужинки, я просто натерла вот здесь мозоль, и вот здесь мозоль ужасно болит. И там вот смотрю пони. Сегодня у нас репетиция, мы будем записывать заявку, и мы узнаем, поедем мы в Питер или нет. Но про Питер, если мы поедем, то будет уже отдельное видео. Потому что это видео и так уже слишком длинное. Я не знаю, как я его буду монтировать. Потому что я думала, это видео будет на 1 месяц, а в итоге на 2 месяца. Пошел снег. Его не видно. Все сегодня в черном. Все, я с вами не поеду. А? Я с вами не поеду. Всем привет. Питер. Сегодня мы записываем заявку. Найдите 5 отличий. Ничего не испугала. Что я удержала тебя. Ты мне... Я не просто не поняла, что ты говоришь. Что я не поеду с вами в Питер. А, просто для меня это выглядело, типа, я услышала просто пи-пи-пи-пу-пу. Я такая, ну, молодец. Они что-то обсуждают. Кстати, я прячусь. Не, мы забыли. Вот и все. 3 цветочки. Вот, и уже в эту субботу мы выступали на фантом-фесте. Это что-то такое за блогер? Это блог во блоге? Да, это блог во блоге. Так, сейчас я буду доклеивать стразы, потому что я доклеила только вот эту часть юбки, точнее шорт.
Вот здесь я пока еще ничего не делала, здесь тоже, и доклеила топ. А завтра мы уже выступаем на фандом-фесте, поэтому мне скорее надо это все доделывать. Сейчас 11 часов ночи, и мне есть час. Доброе утро. Так, я делала только топ, ожерелье. Волосы пока все еще в бигудях. Я еще закрепила заколочками. Сейчас буду делать макияж. Я очень нервничаю, я очень переживаю, и мне очень страшно. Я иду, пытаюсь сохранить кудряшки, чтобы хоть что-то от них осталось. Я куда-то иду. У меня такой красивый фон, как вам? Я присоединилась к людям, чтобы не потеряться. Идем выступать. Ладно, работаем. Помните, мы шутили на стримах? Я не буду показывать, что именно я беру. Печеньки. Это конец. Всем пока.